Защитить важные объекты и обеспечить безопасность населения. Сегодня в правительстве автономии прошло очередное заседание антитеррористической комиссии. О предпринимаемых мерах рассказали руководители аппарата губернатора, силовых структур и МЧС. Отдельное внимание специалисты уделили транспортной инфраструктуре. По словам чиновников, ее ключевые объекты будут регулярно патрулироваться и наблюдаться при помощи технических средств. Причина проста: в последнее время именно транспорт наиболее подвержен преступным посягательствам. Традиционно на совещании обсудили и предстоящий учебный год. Обеспечить безопасность образовательных учреждений планируют уже в летний период до 1 сентября. В этот летний период образовательные учреждения основное будут усилия сделать именно приведение в соответствие пожарную безопасность по мере возможности тоже. Это антитеррористической защищенности, техническая укрепленность учебных заведений. Силовыми структурами будут приняты организационные меры, в рамках которых они перед учебным годом будут проводить обследование также данных объектов для того, чтобы выявить те уязвимые места и принять, дать рекомендации по их устранению.